Пригодится. Mm-hmm.
Придется прыгать. По-другому никак. Богини, существа, да как их ни назови. Какая разница, если они за тобой гонятся? Кто оставил изображение цапли и затмения? Это уже что-то. Лара, если ты меня слышишь? Я тут. Мы ушли от Унарату. Мы в пещере неподалеку. У входа есть знак цапли и затмения. Иду к вам.
Может, они нам помогут? Он у тебя? Мы попались. Унурату схватили, и у нас забрали ларец. Мы в курсе. Посмотри на план. Ее держат в тюрьме рядом со старым храмом. Хакан устроил налет, и он тоже пойман. Мы возьмем мост, ведущий к тюрьме. Это агрессивно. А если мне подняться, освободить ее и подать сигнал к атаке? Вариант. Эцли на разведке в верхнем квартале. Он тебя проведет. Я с ним поговорю. Как выведешь ее, мы тебя прикроем. Годится. Оружие и защита. Спасибо. Лара. Я ее спасу. Верю. Я не понимаю. Много общего с креольским. Joaquín Basha el Tactuno. Tu la calesca chic te escasi. Я уверена, что справлюсь с любым мятежником. Они сражаются за выживание.
Столько павших солдат, мятежников больше, чем сектантов. Хачебану чикин топиконов. Ченхумпел бателилу чхел бешунахе. Бейшан интугур. Минану нуколов, мало. Етел мишуц канцани лоби. Чокили юхец дантике. Бейли кун учуло. Хачуахел умбитон уцил уаминан кукулкантик вудналоне. Лара, ты как настоящий змеиный страж. Я узнал кодовую фразу, чтобы попасть в тюрьму, где держат маму. Невинные глаза сомкнутся на рассвете, когда сгинет слабость. Поняла. Мы ее вызвали. Есть еще кое-что. Хакана схватили. Для восстания нам нужны все воины. И он папа моей подруги Каяры. Все понятно. Если его убьют... Невинные глаза сомкнутся на рассвете, когда сгинет слабость. Хелувейта ламане. Собираетесь изображать восставший народ? Пока не победим, и ты не будешь нам угрожать. Ты говоришь это мне? Амару, вспомни, кто ты такой. Я один из вас. Да. Ты поэтому меня арестовал? Если б мой брат был жив, мир его праху. Да, он назвал бы весь наш спор тратой времени. Идем домой. А я дома. Это мой дом! Унурату, только представь, как расцветет Пайтити, если солнце взойдет над миром, где нет внешних опасностей. Разве ты не опасен? Преобразить мир! Мы все творим судьбу. Мы сила, все вместе. Все, что я делал, было ради Пайтити. Все! Он был раздроблен, я объединил его! Только я понимаю, что нам угрожает. Ты то есть, то тебя нет. Как будто жить здесь не обязательно. Да. Я жил во внешнем мире и знаю теперь, чего нам ожидать. И с каждым днем это все ближе. Пойдите, не переживет этого вторжения. Все, что для нас важно, они отберут или разрушат. Ну так нужно бороться вместе, как того хочет наш народ. Воскресив солнце? Пойми, это спасет Пайтити всего лишь на мгновение. Но потом это не защитит нас от обнаружения, от вторжения. Нам просто придет конец. Нет! Нет, нам нужно быть храбрыми. Решительными. Помоги мне. Мне нужен твой ум, твоя стойкость в моем мире. В мире под пятой ордена Кукулькан. Или точнее Тринити. Если тебе нужна власть, забирай.
Только помоги мне защитить Пайтити сейчас, и тогда... Да пожалуйста, правь им, как тебе будет угодно. Я отдам тебе трон. Я сделаю это. Нет. Я найду ларец и воскрешу солнце. Оно будет тебе судьей. Почему ты такого мнения обо мне? Взять ее. Назад в камеру. Ты можешь меня отослать, но я не предам наш народ. Нет, ты просто подведешь их. Ларец пропал. Миссионер Андрес Лопес украл его 400 лет назад. Жизнь на поиске не в том месте. Уходи. Иона, я знаю, где она. Я пойду за ней. Хорошо, мы идем. Ты чувствовала дрожь? Да, тогда в Синоте. Это все предвестники. Скоро начнется землетрясение. Нужно спешить. Да, мы спасем Анурату и вместе отыщем ларец. Повезло. Башта танкабу. Хец башо катапультик. Ты уалик теч. Чамбаш ты буя. Тупси. Табетин ликси кимбау. Лагуаку янтал. Улак батени тухахи. Ты лик из махикама кац. Макачи.
Больше я не унесу. Нет места. Ничего не могу взять. Дно едва видно. Надеюсь, оно вообще есть. Наверное, эта пещера появилась благодаря подземной реке. Наверху что-то вырезано. Thank you.